Так, решили мы еще сделать крабовый салат. Крабовый салат. Сейчас на улице было там так тепло, жарко. Вот я пришла, прям жарко даже. Очень-очень тепло. Зашла в эту в Пятерочку, а там кукуруза Бондюэль по скидке, что-то 100 рублей, 109. В Магните не помню сколько. Крабовые мы нарезали. Дело за огурчиком. Как обычно. Ты вот так режешь? Я сначала на полоски, да. На ломтики, вернее, потом на такие вот полоски. И кубик. Размер примерно с крабовой палочки. Вообще, я слышала, что крабовый режут ингредиенты размером под эту, под кукурузу. Более-менее так одинаково было. Кукурузка. Кукурузка идет, хорошая она. Угу, вкусная. Все. Можно сказать, салат готов. Майонезом я сразу не заправляю. Так он дольше хранится, хотя он у нас и не хранится. Но все равно майонезом сразу не заправляю. Красивенький, яркий такой, да? Всем приятного аппетита! Дочери положу. И уже в тарелке заправляю. Пахнет так хорошо. Ух и. Приятного аппетита. Спасибо. Все, а этот закрываю. И в холодильничек.